Емельяночка, красавица лицом, проснулась по загранку птичьим голосом. Давайте сначала пойдем с программу. Алина, назови нам, пожалуйста, программу. Алена, не витай в облаках. Облака – это свобода, свобода мысли. Они, как наши мысли, рождаются непонятно откуда и исчезают бесследно. Время. Время так же быстротечно, как и облака. Облако – это красота. Каждое облако красиво по-своему. Так же, как и в каждом человеке, есть своя изюминка. Сны. Сны такие же разные и необычные, как облака. Облако – это ожидание. Когда человек наблюдает за облаками, он ждет то, которое ему понравится, в котором он увидит себя. Когда смотрю на облака, я представляю мир с другой стороны. Облака – отражение реальности. Облака – детство. Воздушное, беззаботное, легкое. Облака – это путешествие. Куда бы я ни пошла, облака всегда сопровождают меня, напоминая о всех хороших моментах, произошедших со мной. Облака – это независимость. Они плывут по небу. Тихо, спокойно, красиво. Мы ими любуемся, и они рождают у нас добрые, светлые мысли. Облака – это дорога ввысь, к самосовершенствованию. Облака двигаются в любом направлении, так и человеку никто не ставит рамки. Это свобода. Время. Сны. Красота. Облака – отражение реальности. Облака – детство. Облака – это путешествие. Это ожидание. Это независимость. Это дорога ввысь. Чудо. Облака – это счастье. Облака – это люди.